Уважаемый Андрей Евгеньевич, военнослужащий корпуса ОНР, 7-й бригады 1. В плен попал 27 декабря на Белогоровке. С родителями сам не мог дозвониться, потому что что без телефона, то ли связь такая хорошая. От себя хотел бы сказать, что со мной все хорошо, отношения нормальные, условия хорошие. И самое главное, что по возможности, чтобы она также поддерживала контакт, я так понимаю, возможность уже будет нормально. Ну, вот, чтобы не стеснялась, я понимала, что это как бы не развод, а правда, что я с ней нахожусь.